В Таджикистане сегодня проходит встреча глав правительства СНГ. Участие в ней принимает Дмитрий Медведев. Одна из основных тем – экономика. Уже подписаны 40 документов, среди которых как раз план мероприятий в рамках стратегии экономического развития Содружества до 2020 года. Также свои подписи премьер-министры поставили под документом о сотрудничестве в сфере связи. Он призван удешевить услуги роуминга для абонентов стран СНГ. Утром состоялись встречи в узком и расширенном составах, а кроме того, проходят двусторонние переговоры, в том числе Дмитрия Медведева и президента Таджикистана. Мали Рахмона. Собеседники отметили, что сотрудничество между странами во многих сферах стремительно развивается. У нас действительно проблем никаких нет. Мы добрые друзья и стратегические партнеры. У нас и в этом году есть позитивная динамика, связанная с тем, что, вот, например, по продуктам питания в настоящий момент Таджикистан наращивает свои возможности поставки на наш рынок. Он теперь у нас сориентирован на наших друзей и партнеров, так что возможности для развития есть.